Когда шариковых ручек еще не было, ученики приносили в класс и ставили на парты чернильницы непроливайки. В них легко было окунуть перо, но чернила не выливались, даже когда их клали на бок или опрокидывали. Придумайте, как они могли быть устроены. Ребята, обратите внимание, сейчас любую ручку покупаете, все без проблем. Я хорошо помню время, когда в детстве шариковые ручки были, но еще не ко всем к ним привыкли. И шарики были большой ценностью. Дело в том, что тогда не умели делать строго одинаковые эти шарики, и в результате многие ручки писали плохо, то есть или почти не писали, или наоборот слишком жирно писали и так далее. И вот поэтому было очень важно, какой именно шарик. Да. Может, что-то подобие сифона сделать? Что такое сифон? Покажите. Получается вот такая вот. Ну, это имеется в виду вот в любой раковине такая штука стоит, да? Кстати, это все знают, это гениальное. Да. Чтобы запах к нам не попадал из канализации. Если вещь какая-то упадет, то можно будет ее легко достать. Нет, вот вещь это как раз в данном случае совершенно мелочь. Если бы в каждой квартире такого устройства не было, вы понимаете, да, вот отсюда течет вода ваша, а там вот она уходит всегда в канализацию. Смотрите, здесь всегда стоит вода. Да. Но в чем идея? Гениальная идея в чем? Когда у вас идет поток воды, да, то довольно часто у вас идет поток чистой воды. И эта чистая вода, соответственно, здесь и будет стоять. Если бы у вас все время шла какая-то ужасная грязная вода, то отсюда страшно несло бы, там все эти микробы бы жили и так далее, и так далее. Но поскольку у вас часто идет чистая вода, то это все промывает, и там очень часто, ну, она чистая. И в результате нет запаха. Уберите вот эту штуку, и вы вдруг обнаружите, что оттуда... Понятно, да? Да. Вот. Но я не понимаю, какое это отношение имеет к... Ну, может быть. Нет, никакого. То есть это действительно замечательная геометрическая конструкция. Она вот одна из тех, которые есть в любом доме. Мы ее совершенно не замечаем до тех пор, пока она есть. Если бы это убрать, то сразу было бы совершенно ужасно. Нет, нет, чернильница была по-другому устроена. Ребята, все понимают, чем писал Пушкин? Ребята, пером. Пером. Гусиным пером. Да. А? Я вспомню, как выглядит чернильница. Давайте, пожалуйста. Оно, по сути, Коль, выглядит вот так, ну, вот примерно. Да. Ну, вот так вот, если возьмем вот, вот. Да. И вот здесь вот она как-то вот, вот так вот, чуть-чуть вот, вот. Как-то вот так вот, да, оно устроено. А где чернила? Оно вот здесь вот находится, вот на этом уровне. Замечательно. А куда перо проходит? Вот здесь вот. Ну, вот как вот. Вот здесь. Да. Обстояние. Замечательно, еще секрет. Казалось бы, поверни такую вот здесь... штуку и выльется. Нет. А очень просто. Там будет две дверцы, которые, да, когда переворачиваешь, они изнутри как бы закрываются. А, клапан такой. Да. Отлично, выходите, расскажите про две дверцы. Вот это я люблю. Я просто... Вот такие фантазии людей 21 века я очень люблю. Легко. Клапан? Да. И если, к примеру, чернильницу перевернуть, да, то дверки изнутри закроются, да, и примут такое положение, и, да, ничего не вылится. Отлично. А теперь понимаете ли вы, что все-таки чуть-чуть струйка оттуда пойдет. А чернила обладает замечательным свойством. Даже небольшая струйка чернил ужасно размажется. Я понимаю, что оттуда много не выльется, но даже того, что оттуда выльется, хватит для того, чтобы хорошо испачкать вам одежду, ну, еще тетрадку, что угодно. Нет, идея хорошая, но это неверное решение. Взять два диска из резины. И что? С маленькой дырочкой посередине. И что? Ну, перо тогда пробьется через дырку. Вот, это тоже участники Олимпиады писали. Они писали о том, что надо там взять вату, которая будет пропитана, а лучше не вату, а что-нибудь такое пористое, что туда чернила все войдут, а вот когда нажмешь пером, то оттуда выйдет.
Ребята, это все, конечно, в принципе, можно. Но перо ломкое. Вот, но решение, знаете? Немножко чернил вылез. Надо просто обладать мастерством, тогда можно раскачать конструкцию вашу. Дети русские тех времен не были такими идиотами. Дело в том, что любой из них мог спокойно взять сосуд с чернилами. Ну, у тебя баночка с чернилами дома, кстати, есть. С собой две. Не надо. Надо показывать. А кстати, покажи, да? Давай. Давай. Сейчас будет экспериментально. Давай, давай. Вот. Перегони. Вот банка. Замечательно. Целая ребят, банка. Смотрите. Вот на самом деле, ну они, конечно, по-другому тогда выглядели, но тем не менее, у любого школьника такого типа банка с чернилами была в те времена. А поскольку они использовали чернила все время, то она была даже и побольше, и так далее. Поэтому проблему с тем, чтобы просто вот взять ее и открутить, просто вот так вот ливануть, не было никакой. А поскольку не было проблемы, то это было мне интересно, ребята. Когда у всех, так сказать, есть возможность там, это, в литр чернил вылить, то это неинтересно. Интересно было, что чернильница не проливайка действительно не проливайка ливала. Ну, эта схема гораздо ближе к делу. Смотрите, в чем идея. Не, если перевернуть, то через этот перевернуть, то эти вот чернила оказываются вот здесь. А почему они через центр не проходят? Потому что через зачем? Если быстро переворачиваете. Если вы сумеете очень-очень быстро перевернуть и нужным образом, то вы сможете добиться, чтобы оттуда что-нибудь вылилось. Ну. Но если у вас нет цели добиться, чтобы что-то вылилось, то в таком случае она действительно не вылилась. Это не формализуется. Это формализуется. Это не задача. Формализуется двойка из-за того, что вылилось, идеально формализуется. Достаточно поставить двойку из-за того, что вылилось. Да-да-да. И сразу перестанет выливаться. Гениально.